на национальности, на государство или еще что-то, ну это не есть красиво. Я вот с гордостью говорю, я русский. Я вот с гордостью могу сказать, я русский. Я горжусь своими войсками, я горжусь своей страной. Я горд даже в том, что я сейчас работаю в таком коллективе, в военно-патриотическом клубе. Вот там тоже коллектив славный. Полковники, подполковники, тоже люди, служившие в вооруженных силах. То есть то, что мы передаем, это не забывается. Самое главное то, что мы друг другу дали вот то чувство единения, которое вот у нас есть вот на данный момент, в данную ситуацию. То есть мы показываем всем, что мы выступаем едиными силами, едиными группами, то есть мы согласны, мы поддерживаем нашу армию, поддерживаем наше правительство, поддерживаем нашу Россию. За правига мы хотели сказать, что мы поддерживаем нашего президента и поддерживаем нашу российскую армию, которая сейчас наводит порядок на территории Украины.